Первые матчи сыграны во всероссийском теннисном турнире «Омская звезда». На грунтовых кортах 35-й спортивной школы состязаются около 100 юных спортсменов из 9 регионов. Медали и баллы российского рейтинга разыгрываются в двух возрастных категориях – до 12 и до 16 лет. Наши ведущие теннисисты успешно стартовали в соревнованиях. Скорость – главный фактор успеха в современном теннисе. И юные участники «Омской звезды» старались быстро перемещаться и принимать решения. Богдан Бородин блестяще, часто в шпагатах, закрывал диагонали соперникам, мгновенно контратаковал. Поединок с другим омским теннисистом Данилой Ковыршиным – самый яркий в стартовом туре соревнования. 9-летние спортсмены здорово играли на задней линии, часто обостряли игру выходами к сетке. Бородин действовал техничнее, точнее и выиграл матч. Я всегда для турнира тренируюсь больше. У меня 5 раз в неделю тренировка. Я подачу разминаю, тренирую с лета, с линией, бою круто я. В споре девушек высокие амбиции и хороший уровень мастерства обозначила теннисистка из Самары Анастасия Гурьева. Спортсменка умело меняла темп и направление атак, в завершении взвинчивала скорость и наносила удар точно под линию. Мне понравились корты и организация. В первом матче у меня все шло справа, диагональ очень хорошо шла и линия. Я забивала подачи. И так мне все понравилось в этом турнире. Омские теннисисты готовы к соперничеству. По словам президента Омской федерации тенниса Михаила Расина, наши юные спортсмены играют в современном скоростно-силовом стиле. В каждой из номинаций у нас есть претенденты на победу. А еще глава городского департамента спорта сообщил омским теннисистам, что скоро их ждет новоселье и новые возможности для роста мастерства. В сентябре в Омске откроется современный теннисный центр «Омская звезда». Спортсмены смогут тренироваться и соревноваться на более скоростном покрытии хард. Я уверен на все 100, что шаг вперед будет дан, и мы сможем проводить турниры. И самое главное, мы сможем достойно и качественно тренироваться в зимний период времени, то, что не было до сегодняшнего дня. Решающие поединки турнира пройдут 12 июня. Владимир Истомин, Александр Филиппов, Антенна 7.